Всем привет, с вами Уран, я изменил свое имя, короче. Я пока, ну короче, раздаю читы, на самом деле. Алло. Чё за фигня? Что? У меня пустой рабочий стол. Чё? Я говорю, не запускай тут. Я это говорю, запускай с картинкой, которая, вон, копатель нарисован, с картинкой. Вот, короче, там его папа. Вот я его развел. Короче, да, я его Ирос развел. Что у меня сейчас, наверное, болит? Да, у меня одежда сейчас удалит. Убрать. Щит как-то понять. Ладно, я играю копатель, чтобы это школьников потроить. Хотя я сам школьник. Мне всего-то 10 лет. Давай, найди Москай. Я компьютер загадил. Давай ему загадил компьютер. Захожу. Быстрее. Давай быстрее. О, чёрт. Я в контактах играю. Что мне удалить? Короче, этот вирус вообще прикольный. Он весь рабочий стол чисто очищает на чертям, он весь компьютер глючит. Очит. Очит. Вирус, как сказать. Ну, находишь. Так, давай, давай. Стратегия. Я такой, типа, делаю, типа, я домик строю. Просто так строю. Может, да. Ну, давай, давай, давай. Добавляй мне в скайп. Да.
просто он весь рабочий стол к чертям вот так сносит. Нет, скайп. А, вот он. Вообще, нафига этот скайп скачал, сам не знаю. Говно. Блин, глючит, когда я снимаю. Да, снимаете. Прикольно. Да. Фига меня не находит. Сыра, давай. Давай быстрее. Я что-то заложил. Как же разнесу. Надеюсь, что... Долго там. О, мне копатель заел. Черт. О. Чуть не заел, слава богу, не заел. Ты сквозь стенку прошел. Ты издеваешься? Че, читер? Фига меня не находит. Фига. Кстати, тоже Рома зовут, как и я. Да, дебила. Дебила. Этого дебила. Чего он меня там удалил-то? Хотя я его могу удалить. Может, я тут не знаю, подумаю. Все, папа придет, тогда не знаю. Думаю, удалить. Ну, давай! Телезрители как бы ждут. Быра, давай. Как бы телезрители ждут, понимаешь? Алло. Фига ты сквозь стенку прошел. Понятно, учиться. Сервер. Фига. Блин. Не вижу, вот копатель играет. Но я играю ради вас. Блин. Есть. Да мышка теряется. Я мышку возьму. Капец, она долго грузит. Ладно, я попробую поставлю. Послушайте. Я верил искренне в чудо. Душе лишь холод, простуда. Забудь, забудь, кричит разум. Но я в глазах твоих вязну. Я верил искренне в чудо. В душе лишь холод, простуда.
забудь, забудь, кричит разум. Но я в глазах твоих вязну. Забуду все с тобой ночи, забуду едкий твой почерк, забуду все и навечно. Но ноет сильно сердечко. Под утро вижу твой облик, в душе слышны крик и вопли. Затру я все сообщения, забуду. Почему я без монтажов снимаю? Потому что у меня новый камп. Это как бы сказать. Он вот пишет какую-то ошибку и все. Я не могу видео монтировать. Я постараюсь как бы это изменить. О! Как бы быстро. Воронеж какой-то. Воронеж. Вероника, тебе чит нужен? Вероника, тебе чит нужен? Вероника. Чит нужен. Она похожа какая-то тупая. Ну ты тупая! Ты тупая! Ты тупая! Течит. Блин, черт! Камнем самое важное. Так медленно. Не, у меня чит есть, но у меня как бы, понимаете, интернет уран, не Google Chrome, похож на Google Chrome. Поэтому он не будет работать. Так, все, я тут к чертям собачьим наставим. Говна собачьего. Все, к чертям. К чертям. Она тебя будет долго убирать! А короче, эта карта нубская. Да фига, я не сюда хотел.
Да! О, блин, сколько я уже записываю. Фига ты меня не ударил. Вот один этот попался. Больше никто не попался. Один он попался, блин. Что делать? Один он попался. Да. Один он. Не девочка. Кому нужен? Чит! Кому чит нужен? Коп! Путин. Это что за говно, а? Ну, чит тебе дать. Давай, хоть ты победись. Пожалуйста, скайп! Лошара. Или что у тебя там написано? Путин лошара, а ты офигел, хотя я знал. Не знаю. Ты че? Димонч! Дедушка. Ну на землю! Ты жопа. Жопа. Говно. Говно тебе не даст. Блин, сколько мне еще ждать-то? Черт. Черт, я один раз понес. Нашел. Так мне сдобался ждать. А, я уже по потолку. По стенке стучу. О, ура! 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 Чит нужен? Алло? Алло, тебе чит нужен? Ха-ха-ха!
Блин. 5 минут. О, сейчас почти. Блин, он жалко, я, например, про не закачал. Блин, гробаная ошибка вылазит. Ну фига. Ну блин, 5 минут уже прошло, хотя нет. А я сейчас скоро буду снимать летсплей про Watch Dogs. Видите, Watch Dogs. Открываю. Невозможно запустить это приложение на вашем компьютере, я понял. Чтобы найти версию для вашего компьютера, обратитесь к издателю приложения. Да его нет для Windows 8, вы чё? Думаю. Тебе чит нужен? Да. Окей, на. Нафига ты-то вырубился? Все, сейчас убью. А у него кобра несется. Капец. Наконец-таки. Хоть один он поверил. Вы представляете? Один ум поверил! Капец! Капец сейчас! Ладно. Где, похоже, этот все запустилось там. Капец. О, черт. Похоже, там запустилось уже. Сейчас он, похоже, мне позвонит. Ничего, позвонит. Вот, это последний раз уже. Я скоро перестану уже снимать. Надоело уже, как вам. Сколько снимать, а как тут посмотреть? О, блин. 23 минуты. Видео 12 часов точно будет улаживаться. Так. Не получится у него. Ну что, сейчас он позвонит? Я чисто сейчас с рабочего стола сотрелся. Типа так. Куда ты? Ну сюда. И не сюда ходил, вот так вот. Ох ты, гомо!
Блин, я так хочу ему вирусом. Вирус. Да, вирус. Вирус. Отлично. Капец, у нее лохи, у кого скайпа нету. Скайп. Как будто у любого должен быть. Ого, окей. Он меня забанил. Вытерпит и забанил. Он меня забанил. Он меня забанил. Забаня. Сколько видео идет? 26 минут. Офигеть. А кто звонит? Где? Да, я тут один. Что за карта? Это же топка. Что она отвечает? Пойдем на вторую карту. Кто будет это приманился вообще? Он приманился! Капец, у него все с рабочей осталось. Кому нужен чит? Окей, сколько мне еще будет банить? Я верил искренне в чудо, в душе лишь холод, простуда. Забудь, забудь, кричит разум, но я в глазах твоих вязну. Я верил искренне в чудо, в душе лишь холод, простуда. Забудь, забудь, кричит разум. Я уже 30 минут записываю. Ой, блин.
Опять ты? Нет, тебе хотя. Капец, у меня комп залагал. Thank you.
он что меня не ищет? Паузу поставила, сам уже спать хочу. О, чёрт. О, блин. Поведется, блин.
крестик. Блин, капец тупой он искать. Точно 40 минут, я догадал. 43 минуты! Никак. Вот это мой вообще компьютер раздолбал. Вот. Наконец-таки, все это последнее. Бечит? Что? Тебе чит? Да. Хорошо, на. Давай. Ты по смс-ке будешь кинуть? Да.
Спасибо. Сейчас я скопирую. Подожди-ка. На рабочем столе открывай. Хорошо. Будем общаться? Че? А? Ну, я тебе вон чит скидываю. Я знаю. Сейчас. Мне просто чуть-чуть подлагивает комп. Все, сохраняю. Подожди-ка. Мы да, будем переписываться там будет, в этом, в игре. Угу. Давай. Открывай его. Ой, сейчас у меня еще грузится там. Но... А, все, открыть. Так. Упустить. Не понял. Чё? А это должно. А это должно быть там написано отказано в доступе или нет? Ты его куда экспортировал? Он на рабочий стол. Ну открывай его на рабочем столе, не в скайпе, не в скайпе. Ну я в скайпе не открывал. На рабочем столе. Вот, перенеси его на рабочий стол и сейчас открой. Подожди. Попробую. На рабочий стол перенеси его и открой. Окей. Ладно, давай потом переписываемся, а то у меня как-то уже скоро спать ложится, так что... Ну, открой, прикольно. Ща. А на что он? Он там много чего на деньги. Много чего еще. А, понятно. Сбрось-ка еще раз, то я не могу его найти как-то, ладно? Ну, короче, смотри. Сбрось его еще раз, у меня не могу найти его. Так, окей. Так, где это? Так, сейчас подожди. Подожди, пап, ну я иди. Так, компьютер. Так, сейчас. Теперь заходим в папку. Сейчас. Вот. Переместил на рабочий стол, запускаю. Запустить. Запускается. А там должно быть столько много папок? Да, потом перезагружай компьютер. А, хорошо. И он тебе откроется. А, ты сейчас перезагрузить компьютер? Да. А? Ну я потом тоже запущу его. Хорошо? Ладно, пока. Пока. Ладно, всем пока. С вами был Уран. Все подписывайтесь на мой канал, ставьте большие пальцы вверх. Всем удачи. Всем пока.